Всем привет, меня зовут Леонид Слуцкий, я ведущий блога «Футбология» на Sports.ru. Я думаю, что на ненависти к сопернику можно сыграть несколько эпизодов, но поставить это в систему и как бы благодаря этому пытаться выстраивать какие-то длительные процессы, я думаю, что это просто-напросто невозможно. Надо отталкиваться не от соперника, а от самих себя. Кровь, пот и слезы на sports.ru.